Сайт GiveMeSport.com прокомментировал ситуацию вокруг казахстанского боксера Геннадия Головкина, который, по всей видимости, пропустит июньский бой с Билли Джо Сондерсом и сосредоточится на сентябрьском поединке с Саулем Альваресом. Болельщики уже долгое время хотят увидеть бой Канело, 3G. Им нужно оставаться терпеливыми и надеяться, что он состоится в этом году. Команды ведут переговоры, но пока на камне ничего не высечено. Похоже, Джейкобсу с реваншем предстоит подождать дольше, чем они планировали, поскольку команда Головкина хочет подойти к супербою с Канело с нулевым поражением в статистике. В этом есть какая-то мистика, пишет издание.